Синему головке. Ladies and gentlemen, introducing for fighting out of the blue corner. Ему 28 лет, рост 180 сантиметров, вес 66,25 килограмма. Профессиональный рекорд 5 побед при 2 поражениях. Ladies and gentlemen, he's 28 years old, standing 180 centimeters tall, weighing at 66.25 kilograms. His professional record 5 victories and 2 defeats. Дамы и господа из Нальчика, Россия, приветствуйте Арсен Шибасуха! Его соперник в красном углу. Fighting out of the red corner. Ему 24 года. Рост 177 сантиметров. Вес 66,15 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед. И только одно поражение. Ladies and gentlemen, he's 24 years old. Standing 177 centimeters tall. Weighing at 66.15 kilos. With professional record 8 victories. And only one defeat. Из Харога Таджикистан! Приветствуйте! Хафиз Сакипеков! And your referee charge Максим Протасов. Арсен Шибзухов и Хафиз Сакипеков на ваших экранах. Постарше будет Арсен и немного повыше. Итак, поехали. Сразу же в центр пытается забрать Хафиз Сакипеков. В левше работает в свою очередь Шибзухов. Шибзухов хорошо работает левой рукой, левой прямой, естественно. Вот левши. Очевиден. Тайкик закидывает Сакипеков. Пока у нас разведка. Да, показал финт Хафиз и... правой ногой все-таки пробил. Атака на смещение, тот же лоу-кик от Хафиза. И комбинация была от Шибзухова. Начинается борьба в стойке. Клинч. Здорово. Хороший локоть. Да, на коротке от Хафиза. Пропускает по корпусу. Не очень акцентированно, но достал. Пытается с левой рукой же дотянуться. И опять левый прямой. Лоу-кик. Машет. И вот здесь попытка побороться. Отчасти она получилась. Атака не останавливается. О, Сакипекова. Не может он подработать под дальнюю ногу пока. Сейчас пытается это сделать. И есть! Какой красивый перевод получается. Да, выходит очень амплитудно. Бьется спиной Арсен Шибзухов о канвас. Но вот остановить гард, да. Вот только сейчас... И то не закрывает его. Удается коротко с левой ударить Шибзухову. Набористо работает Хафиз. Прижимает соперника к сетке. И пытается продвинуться вперед. Вроде бы обошел защиту, но тут же Шибзухов поднимается. Колено по корпусу. Возможно, будет. Хорошее колено. Не амплитудно получилось, не очень плотно, но все-таки. Две минуты с небольшим до конца первого раунда. Теперь уже колено от Арсена. Здорово, с короткого расстояния. Очень опасный локоть был в исполнении Шибзухова. Да и вообще, это самый опасный удар как с одной, так и с другой стороны в этом раунде. И именно локти на коротке. Правый прямой. Здорово! Чистое попадание от Шибзухова.
И что, здесь совсем плохо становится. Хавизо идет вперед и включил просто режим пулемета здесь. Шамзухан. Да, накидывает и накидывает. Арсен очень тяжело сейчас. Сакибекову считает до трех как будто бы. Но поднимается Хафиз. Вот это стойкость. И задышал, естественно, Шемзухов. Очень много сил было потрачено. Пытается ответить Сакибеков. Честь ему и хвала, попытка прохода в одну ногу. Баланс держит Шемзухов. И то, что сразу же пошел в борьбу, Хафиз говорит о том, что он все-таки не был потрясен. Да, там было очень много ударов. Но основная масса была вскользь по защите. Пытался оформить пассивную оборону Арсен Шемзухов, но этого не получилось. Не хватило буквально пары секунд. Абсолютно точно на волоске висел. Сейчас все, будто бы забываем, что было до. Но судьи точно не забывают. И, конечно же, по очкам ведет Арсен. Учитывая весь этот эпизод. На колено. Левый снизу. Правый прямой. Вот Хафиза. В локоть, по-моему, кстати, попадает Хафиз. И справа сечка у него есть. Хороший спрол демонстрирует Шемзухов. Двойку. Да, пробивает Арсен. Здесь очень опасно провалился Арсен. Мог там Хафиз добыть преимущество, но не получилось. И очень довольны, безусловно, Алексей Яценко и Руслан Хамзаев. Потому что это очень захватывающе. Итак, второй раунд. Хафиз Сакибеков против Арсена Шемзухова. Да, Замат Пшуков, который присутствует на арене, пытался докричаться до Арсена. Не успел я посмотреть, услышал ли его боец из синего угла, но сейчас Хафиз очень бодро начинает эту пятиминутку, уверенно, честно говоря. И вновь попытка посадить здесь, уложить на канвас. Но понимает Хафиз, что ему необходимо реабилитироваться. Давит, давит он на коленный сустав. Рычаг таким образом получает. Но левая рука просунута. И очень много сил сейчас тратит и тот, и другой на эту борьбу. Просто колоссальное количество. И, видимо, самое интересное начнется после нее. Еще ниже постарался спуститься Хафиз. Переводы здесь не выходят. Еще один заход закручивается Сакибеков безуспешно. Хорошая защита у Арсена. Держит баланс. Вот здесь заступ такой делает небольшой Хафиз, чтобы вывести из равновесия. Да, и получается в итоге. Первый тейкдаун в этом раунде. Борьба в гарде. Поддерживают, слушая, говорят из угла, что все нормально. Так немножко ободряют Арсена. А кровь там капает, да, я так понимаю, достаточно серьезно с головы у Арсена. И да, вот он, есть рассечение. И он обратил внимание сам на это, кстати, ровно в ту секунду. Пытается вырвать руку. Отдаст ли спину Шемзухов. Да, крови заливает лицо.
в данном случае самая неприятная история, если эта кровь стекает в глаз. Если же нет, то по большому счету не так страшно. Кажется, что сетчик там с левой стороны, вот на голове ими. Да-да, именно. По корпусу. Нельзя цепляться за сетку Арсену. На это указывает сейчас Протасов. Ну, полраунда проборол Закибеков. И перестойка, да, вот там выше височной доли рассечения. И вот видно, что сейчас потратился Арсен. Тяжеловато ему. Он пытается резко отвечать, но ощущение закисленности присутствует. Хороший плотный внутренний лоб выпрямляет ногу Арсен. Понимает сейчас Капец, что он может полностью перехватить инициативу в этом поединке. По животу. И заход в борьбу под номером 2. 16 на 2 по ударам ногами пользуется Кибеков. Защищается здесь Арсен. Вновь, да, через одну ногу. Все по традиции. Замгафоров здесь из... со своего места практически выкрикивает подсказки и поднимает. Какой амплитудный тейкдаун у нас вышел. Тоже старается набросить треугольник Арсен Шабзухов. Здорово реинкарнировал из самого себя, в общем-то, профессор Кибеков. И как будто бы, вот, действительно, я правильно сказал, будто бы мы забыли этот эпизод, и он тоже в том числе. Будто бы ничего не случилось. И, видимо, нас ждет третий решающий раунд. Да, максимально увлекательно он пройдет. Потому что совершенно непонятно, как складываются здесь оценки. Ну, если не в этом раунде, то вообще в целом в поединке. Да, по раунду-то все очевидно. Как они будут распределяться, это вот пока загадка. По переводам 3-0 в пользу Кафиза. Да, и психологическое преимущество сейчас будет на стороне именно Сакибекова. Он выжил в том самом эпизоде в первом раунде. Сумел перестроиться. Последнее мгновение. И сейчас начнется последний перерыв. Не надо поддержать бойцов! Москва! Итак, поехали. Статистика была вам предоставлена. Понятно, что контроля очень много у Хафиза. Особенно во втором раунде. Плотный. Но начинается все со стойки. А внутренний лоу-кик. Давление. Еще один очень хороший такой плотный удар по голове. Ну там через блок. Да, левая рука уже в крови у Арсена. Да, сложное противостояние получается для него. Хорошая попытка пробить корпус. Движение, дистанция, кстати, кричал Азамат Пшуков в перерыве, пытаясь докричаться до Арсена. И левый прямой от Шабзухова. Действительно, довольно частая история, когда вот в один эпизод вкладываешься на все 100%,
и потом немного сил не хватает. Через руку здесь не было точного попадания, а вот, по-моему, Шабзухов достал. Очень динамичный был эпизод, сложно было оценить, насколько сильно попал тот или другой. Ну, видимо, сейчас борьбу все-таки пройдет Хафиз, постарается это сделать, да, так и происходит. И вот такой перевод. Очень важный момент. Пытается забрать спину Хафиз Сагибеков. И удары по пятой точке. Да, дорабатывает коленом здесь. Удерживает захват за корпус. Стаскивает от сетки. И сейчас пытается улучшить позицию. В итоге оказывается в гарде. Да, выиграл пространство. Грамотно Хафиз разобрался в этой ситуации. Постепенно, да, Арсен приближается к сетке. Ему очень важно найти точку опоры. Так говорят, вставать, вставать, еще раз вставать в углу. Действительно, это очень важный эпизод, и он может стать определяющим. А здесь еще 3 минуты, чуть меньше. И при таком раскладе, опять же, будет уже неважно, насколько ярко и красиво выиграл Арсен первый раунд, если в борьбе 2 заберет Хафиз. Но не исключается, конечно, и оценка 10-8 по первому отрезку. А ничейного результата быть не может. В лиге ЕСЕИ, соответственно, будет выбираться приоритет. Если второй, третий заберет Сагибеков 10-9. Да, уверенно, Сагибеков здесь хорошо себя показывает. Действительно, контролирует. Почувствовал просто вот то, что у него здесь получается. Ну и зачем, в общем-то, изобретать велосипед, если удается. Локоть был неплохой. 2 минуты. Абсолютная и тотальная ставка на контроль со стороны Сагибекова. С другой стороны, это вынужденная мера. Есть ли сила у Арсена Шабзухова ответить? Упирается головой, пытается пробить с левой. Закрывает гард Шабзухов. Наверняка будут попытки свипануть от Арсена. В таком случае надо делать это уже прямо сейчас. Не оставлять это на последние секунды, иначе смысла никакого в этом не будет. Просто не хватит времени. И пока это выглядит достаточно призрачно. Ну а Хафиз делает свое. Корпус голова, помогает себе плечом. Да, он сохраняет активность, причем это не активность ради активности, а действительно хорошая, уверенная работа, корпус-голова, как по методичке, скажем так, ничего особенного не изобретает. Так, высоко ногами, постарался отработать Шабзуха. Время уходит. Да, Хафиз действительно приближается с каждой секундой не просто к победе, а к волевой победе. 15 секунд. Активнее работает именно левой рукой Хафиз Сагибеков. Один бой он выиграл в Young Eagles и сразу же попал в основную лигу. Здесь, видимо, одерживает еще одну победу. Но давайте дождемся решения. Да, все похоже на то, что 2-1 по раундам. Хафиз забирает этот бой. Но первый Арсен Шабзухов выиграл чуть ли не заявным преимуществом. Так или иначе, борьба сыграла ключевую роль в этом поединке.
Да, сейчас идет небольшая дискуссия между Магомедом Магомедовым, главным судьей соревнований, и Артуром Шайховым. И, видимо, как раз и объясняется момент с оценкой 10-8 в первом раунде. Поскольку я могу предположить... Все пять судей одинаково оценили поединок 29-28. After the end of action, all five jurors are agreement, scoring the same 29-28. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал and your winner by unanimous decision, Шафиз Закипекова! Поздравляем Хафиза Закипекова с этой заслуженной и очень тяжелой победой. Волевой победой.